Мы все хотим помогать друг другу. Так уж созданы люди. Мы хотим жить и радоваться счастью ближнего, а не его горю. В этом мире хватит места для всех. Жизнь может быть свободной и прекрасной, но мы сбились с пути. Алчность отравила человеческие души, разделила мир ненавистью, вергла нас в страдания и кровопролитие. Мы наращивали скорость и заперли себя в темнице. Машины, которые дают изобилие, оставили нас в нужде. Знания сделали нас циничными, рассудительность холодными и жестокими. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем. Нам нужна человечность больше, чем машина. И больше, чем рассудительность, нам нужна доброта и мягкость. Без этих качеств жизнь превратится в одно насилие. И тогда все погибло. Чарльз Чаплин. Заключительная речь из «Диктатора».